парни жмут резину абсолютно без возможности. С мая по сентябрь месяц работниками транспортных компаний региона было перевезено более 40 тысяч вынужденных переселенцев с восточных территорий Украины, с Луганской, с Донецкой области конкретно. По итогам этой работы Василием Юрьевичем Голубевым было вручен знак губернатора 6 транспортным компаниям региона за милосердие и благотворительность. Я, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность, поблагодарить все транспортные компании, которые имели непосредственное отношение к этому. Каждому водителю сказать спасибо за тот труд, которому они посвятили несколько месяцев. Спасибо всем огромное. Дать каждому что-то дано, наверное, в этой жизни, как профессионально, может, это уже как в крови. Я гонками занимался еще в молодые годы. Получается просто. Желание есть, стремление к этому. Ну и профессиональность, все-таки стаж, навыки.